Улицы Пятигорской теперь не страшны даже самые обильные ливни. За один день бригада рабочих почистит дождевую канализацию на всем ее протяжении. Под землю спускают сразу два шланга. Из первого струей воды под сильным давлением промывают трубу, а другим отсасывают ил. С дороги так или иначе поступает в коллектор грязь, какая бы там ни была. Ну, песок, щебень, соответственно. Это тяжелые отложения, они водой не умываются. И если периодически не проводить профилактику, то коллектор забьется и встанет. Подготовка ливневой канализации к работе осенью и зимой началась сразу же после весеннего паводка. Специалистам инженерных сетей предстояло прочистить более 300 километров труб и 5500 дождевых колодцев. Все лето работа шла в интенсивном режиме и продолжается до сих пор. Каждый день по всему городу работает 10 бригад. Кроме профилактики существующей сети, предприятие восстановило 7 километров бесхозных ливневок. Постоянно выявляем адреса брошенных ливневок, проводим их ревизию, техническое состояние, принимаем хозяйственные ведения и приводим в рабочее состояние. Подготовить ливневки к зиме нужно успеть до сезона дождей. Специалисты уверяют, работа идет по намеченному плану. И потопы в Самаре не страшны. Марина Матвеевична, Максим Гусев, события.